Всем привет, ребят! Всем прекрасного солнечного дня, прекрасного настроения. Сегодня у нас первое число, 1 мая. Мир, труд, май. За окном летают птички. Солнечно. Единственное, что холодный ветер, и ночью поливал дождь. Господи, кто там с ума сходит? Кошки, собаки. Время сейчас у нас уже первый час. Сергей пришел с работы, лег спать. Предыдущие дни мы не снимали. Точнее, нет, как сказать, четверг я начала снимать, но в итоге я удалила ролик, потому что в течение дня я ничем не занималась. Пришла Татьяна, мы с ней болтали. И это связано было с тем, что с утра я стала, знаете, с такими грандиозными планами, думаю, дома уберусь, поделаю все дела, и что в итоге? В итоге я стала, у нас включили свет, у нас включили горячую воду. И, чтобы вы понимали, вода из крана лилась настолько ледяная, что туда больше 30 секунд просто руки не могли находиться в воде. То есть вся уборка, все, что я планировала, пошло просто лесом. Я уходила на работу к 5 часам, воды до сих пор не было. Но придя с работы, ребят, знаете, что смешное, воду горячую дали, но отключили холодную. Это был просто смех такой, из крана льется кипяток. Говорится, чистый четверг, мойтесь, стирайтесь, убирайтесь, ничем себе не отказывайте по полной программе. Конечно, помыться нам все-таки удалось, потому что потом дали тоненькую струечку холодной воды, то есть можно было немножечко разбавить, поспокойно помыться. Вчера я работала, то есть среда, четверг дома, там Татьяна, домашние-то мелкие дела такие, которые не требовали воды. Пятница я работала. Были подработки, плюс моя работа основная, соответственно. Поэтому то, что я вам хотела рассказать по поводу случившейся ситуации, я все же расскажу, но немножко попозже. Сейчас все-таки у меня эмоции улеглись, проблема решилась так, как она, в принципе, и должна была быть, не должно вообще ничего было возникать в этом сфере, но как-то так получается, не все люди, наверное, это понимают. Каждый пытается себе поставить что-то выше того, что он есть. Ну ладно. Ладно, все, сейчас все нормально, все спокойно, тем более мы ушли на выходные. Детки отдыхают от школы, от садика, в первую очередь от школы. Чему, наверное, больше рады родители, нежели дети. Хотя дети тоже. Что я хотела сказать из последних новостей? Сейчас я опять начала проходить курс лечения лица. То есть, по сути, он не особо-то прекращался, но просто были периоды, когда я пила таблетки, когда я мазала какие-то крема. Теперь я мажу вот этот крем FSL гель. Он очень... Не он назначил доктор, то есть нет себя отчина, не назначил ему врач. Цена этого лекарства 1500 рублей. Ник, время почти час. Ты до сих пор будешь в пижаме. Офигенный крем. Не знаю, конечно, какой будет результат, честно, от него. Но все его хвалят очень. Что касается самого действия крема. Это и смех, и грех. Я не знаю, видно ли на камере это, либо не видно. У меня безумно красное лицо. И это, в принципе, норма, потому что первые 2 дня я мазала все, как и должно было быть, да, то есть я мазала на ночь, чего только наносится, он все норм, там, на третий день у меня начало щипать, меня об этом предупреждал врач, поэтому я особо не, как бы, не испугалась, но это вот с третьего дня начинает щипать, лицо будет красное, можно начать слезать кожа, это тоже абсолютно нормально, я говорю, блин, говорю, знаете, я вот сейчас стою, у меня все лицо просто горит внутри, так и хочется что-то холодного на себя положить, но вот девчонка, которая проходила курс лечения тоже этим кремом, она сказала, результат потрясающий, конечно, не то, что там все до идеала, но, то есть, основное, все убирается, дай бог, чтобы у меня это было так же. Ну, и что, и яйца мы тоже красим только сегодня, ребят. Я эти дни, то есть в четверг я яйца красить не стала, хотя можно было, но, честно, настроение было просто в жопу, потому, из-за того, что целый день на смарку пошел, не так, как планировала. Поэтому красить буду только сейчас, и сразу же схожу их в церковь посвящу. Посвятить, вот ты сказала, посвящу. В этом году я решила не заморачиваться, хотя была одна мысль, но я думала это сделать в четверг. Нет, даже не в четверг. Да, в четверг. Но в силу обстоятельств не смогла этого сделать.
Была интересная мысль, как покрасить яйца. Но все, сейчас решила не заморачиваться, тем более уже суббота, нужно идти их светить. Поэтому в этом году мы воспользуемся просто набором, красками и наклейками самими обычными. Почему так жарко, блин? Все, надо выключать яйца, я уже горела на кухне просто. Так, все, яйца готовы. Понесу их сейчас светить. А на чем? Церковь. Что, зачем? 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 Давай убирай фантики, убирай ножницы, Илья. Как же дома жарко. Блин, сейчас ты отключишь полы, у нас просто еще включены полы. Сейчас ты отключишь полы, опять будет холод. Как в тот раз, да, Илюх? Развесила белье, пускай сушится, перестирала сегодня. Сейчас приду, нужно будет убраться немножечко. И вечером пойдем... Куда? Гулять. Гулять, да. Не, знаете, беру свои слова обратно. Хотя, может быть, с утра и правда был ветер, но сейчас на улице довольно-таки хорошо, довольно-таки даже жарко. Надо дойти до магнита, купить картошки хочу, на вечер приготовить. Сходила я в церковь, посетила Пасхи, купила домой поесть. Короче, все и сразу. И сейчас нужно этот пеленок взять и купить картошки. По-моему, остальное все вроде бы. Пока купила необходимое. Да, блин, они вообще охренели. Вот эти наборы для супа я брала с собаки. Они изначально была цена у нас здесь, в магните 67, потом 70 с копейками. Потом начали поднимать. Там уже последний раз брала 76, наверное. Там 73, потом 76. И, ребята, сейчас пришла 93,90. Твою мать, за что? За тупо за кости? Ну, это вообще пипец просто. Нормально так. Ничего не скажешь. Обойдемся чем-нибудь другим. Я дома. Так, наверное, уже начала выкладывать яйца, которые треснули. Три штучки. Да, все, кошкам, собакам корм. Купила. Это еще три пасочки. Это маленькие, может, они сегодня съедят, а завтра съедят, бог не знает, как хотят. Да, Нестик. По просьбе, по заказу Вероники, картошка, кофе, 120 грамм. А, ну это пеленки, я сейчас пеленки с собакой нашему. Сейчас уберу в сторону, неудобно, сладко. Да, доставай. Взяла вот такой рулет. Мы, помню, раньше его покупали очень-очень часто, это было очень давно. На лекционе, помнишь, мы его жили? Еще часто его брали. Это мое. А последний ремонт подорожал, я вообще стоит уже не брала его. Доставай, доставай, что осталось. Сейчас ты получишь, Чарли. Ты едай. Это же едай. Понимаешь? Едай. Сыр эгейский, какой-то новинка. Из молока высокого качества. Ох. Шампиньончики, мясо, фарш, а еще выпал, отсюда выпал, значит, и кальмар, чуть-чуть на салатик, кто-то может сделать салатика, а, да, там. Молоко. Тут у нас молоко, и конфеты вон, все, да, все, да. Чуть-чуть тяжело было, елки-палки. Же. Руки отвались. Чарли, а ты можно? Получишь по мордасам, по своим. Она. Понимаешь, получишь а сейчас. Можно. Чарли. Поделала я дома все дела и убралась, и приготовила ужин. И сразу отправились гулять. Как и говорили, что пойдем сегодня на прогулку вечером, сходим в парк, на курган. Я за год уже больше вижу первый раз. Такое скопление людей. Да, это точно, кстати. Никуда не ходили. Да. Прям народу сегодня. Ну реально много, потому что столько мы давно не видели, что на одном месте. Прям курган, на кургане. После пандемии, я имею в виду. В смысле, после ночи идет? Ну, идет. Бежит. Фонтанчики заработали. Я сегодня читала, что там в Майском парке, да, по-моему, фонтан включили.
Семь фонтанов. Или не знаю, семь фонтанов включили. Не полную мощь. Естественно, зачем? Я удивлюсь, если вообще заработать когда-нибудь в полную мощь. Это первый раз, когда... Один раз мы, наверное, видели за все время, сколько здесь живем. Один год, да. Полностью год. Да. На улице вообще чудесная погода, просто тепло, хорошо. Но ветерок прохладный. Ай, хватит тебе. Все в куртках стоят. Ну, то, что все в куртках, ну и что? Но все равно хорошо. Лучше, если был бы дождь, либо снег, того хуже. Поэтому все нормально. Небольшой концерт. Спад. Ребят, исполняют. В щёвке двое, кто ты и откуда? Мне тоже надо, можно там встать. Иди встань. Шапочка, да? Гранитный снег. Бумбокс. Старая песня уже. Почему я на ней так сдвинут белые обои, чёрная посуда на скрущёвке двое, кто мы и откуда, откуда задвигаем шторы. Конечно, звучит, конечно, не очень это, но голос более-менее малого, но именно фон, конечно, не соответствует. Ну да. Я сейчас хочу на Курлан Вероника. Да, хотят наверх. Не знаю, одних пойдут они наверх. Вероника, ее даже откуда нахуй? Кто переоденись вообще? Велосипед ей, велосипед. Тиктокерши, наверное, снимаются. Как трудно, да. Все как обычно, в принципе. Нет самоката вообще, нет самоката. Да, как обычно, машинки, нет, велосипеды там появились. Например, прокатить. Три велосипеда, которые никто не берет. Не хватит. Не хватит. Вообще нет. Там, ну, скорее всего, там тоже будут машинки. Посмотрим, что там работает из аттракционов в парке. Посмотрим. Тепло, ладно. Сейчас дождь делал, да? Вечером, да. Такую воду надо брать. Как здесь пошел, так надо час точно. Эй, мы снова СИЗО открыли на колесе ободрения. Илья с нами, Илья сам захотел первый. Тихонечко, будет не очень, да? Солнышко заходит. Ну, честно сказать, в парке людей я ожидал больше. Либо уже просто вечереет, но не знаю. Мне кажется, раньше больше будет. Я накрою глаза. Зоопарк где-то там контактный, не контактный. Контактный. Это не контактный зоопарк. Контактные зоопарки отменили вообще. Не бойся, что ты боишься? Кого ты боишься? Верблюд. Думаю, по-моему, через одно сажали. Теперь сажаю через два. Так что что-то связано с колесом, мне кажется, уже грузоподъемностью не то. Так, Вероник. Ты как Илья начинаешь? Я? Да. Мне нравится. Йоу, мне тоже нравится солнышко. Вот курган. Вероника, а я ты... Я не повернусь. А Вероника, ты говорил, что все сел было туда, видно. Ладно. Ты говорил, что все было видно. Так, вот тебе, пожалуйста, курган бессмертия. Ну, все видно на ладони. Да. Вау, на самой высоте, да? Да. Верблюд гуляет там. Не, я там не приснимаю верблюда. О, там корова. Ты корова, ты верблюд. Солнце вообще классно. Катания продолжаются. После колеса покатили. Дети вообще два раза на торнадо. Сидели, гоготали там с Яной. Теперь на этом. Где вы там? Тань, там написано в правилах. Правила написано. А ты не спорь со мной теперь тоже. Так, все. С 6 до 8 сопровождений. Вот через 2 месяца Илья мото-1 ездит. Ну, кто как? Ну, Тань, 10 это правило, что с 6 до 8 сопровождений взрослого. Так, ладно, пока. Давай, давай, приходи. Вспомни детство, давай. Ну, больше особо никаких здесь. Вот тут особо не открылось. Сейчас старенькая. Забытая старая.
катаются теперь на этом как шаре водяном, господи. Как сосиски валяются там. И можно попадать. Вы ж крутите! Ага, хотя не услышали в основном. Красота. 5Б? Хорошо. Далеко идет? Проспект Ленина. Смешно, однако. Следим, ждем на автобус. Конечно, наверное, проще пешком дойти, честно. Но уставшая наша Вероника, как всегда, поела и устала. Зашли, мы перекусили в Макдональдс. Они же без него никак. Сейчас, может, маршрутка будет. Надеюсь, по крайней мере, на это очень сильно. Зашли в Атлас магазин. Далеко не из дешевых, кстати. Ну, почему, блин, песня у меня? Выбор огромный, а цены космические. Просто. Так, все, мы сели за стол. Правда, сегодня поздновато у нас получилось. Зато хорошо погуляли. И Владик нагулялся, пришел с собакой погулял пока. Чарли, отойди от кошек, а! Отойди! Когда-нибудь тебе расцарапают лицо. У нас сегодня у кого что? Я готовила картошку с котлетами. Короче, в итоге Владик есть картошку с котлетами. Как полагается, уже одну съел котлету. Илья одну котлету. Вероника одну картошку. Я сейчас отделюсь. Я грибы. Я готовила грибы с это... Сергею и себе. Что очень хотела, захотела грибов. Овощной салат. И себе я еще взяла вот такой салат, но поморский какой-то, короче, с рыбой. Тише, волосы. Ага. Сори, не видела. Так, ладно. Сори. Вероника, сядь хорошо, пожалуйста. Сядьте хорошо и давайте кушайте. Да. Да, всех Христос воскресе. Завтра мы будем снимать наш лог. Домашний Сергей, mm-hmm. на работу опять. Почему опять? Сегодня не был на работе. Был. С утра. С утра. Был. Мне кажется, я буду. Пока. Так, пока. Ладно, да. Ладёш. На выходные. Праздника. Ты сегодня у нас это в кадре вообще не мелькал еще. Ладно, все, на этом заканчиваем наш сегодняшний влог. Всем хорошего настроения. Увидимся с вами завтра. И всем... А, кстати, мы не скоро увидимся в Черноземье. В Черноземье? Да. Может быть, в Орле? Ну, в Черноземье. Пока-пока. Пока-пока.